Тема 805. Мебель из бочек. Вот еще один материал, из которого можно делать винтажную мебель, по аналогии с мебелью из поддонов или паллет, винные бочки. На Западе идет активное освоение этого материала. Из винных бочек делают в основном мебель для принятия напитков, оно и понятно. Это стулья, столы, подносы, очень популярна подставка вращающаяся ленивая Сьюзан. Lazy Susan. Подставка для стаканов, бокалов и бутылок, такого же рода хорошо продаются подсвечники. Но можно из старых бочек делать не только мебель для трапезы, но и другие полезные вещи. Например, лежанку для собаки, кошки или кормушку для нее же. Обычно используются дубовые бочки из-под вина или коньяка. На Западе создаются даже целые предприятия по созданию такой экзотической мебели, например... Wood Barrel Co. Из города Гринфилд, штат Массачусетс, WoodandBarrel.com, которая специализируется в основном на стульях из бочек. Судя по большим запасам разделанных бочек, процесс поставлен на широкую ногу. Где купить дубовые бочки ПУ? Если новые бочки из дуба стоят достаточно дорого, от 2000 рублей, то ПУ можно найти достаточно дешево. Их можно брать либо у винокуренных или ликероводочных предприятий. Они используют такие бочки в большом количестве, но у каждой бочки свой срок использования, так как дерево истощается и теряет свои полезные свойства. Либо можно их искать по деревням у простых людей. Как делать мебель из бочек, здесь в помощь вам будет YouTube. Но не русскоязычный. Пока у нас умельцы такие видео не выставляют, ищите мастер-классы по производству мебели из винных бочек в YouTube.com. На английском языке, например, по запросу Wine Barrel Furniture. Мебель из винных бочек. Я нашла, например, одно видео, которое показывает, как сделать столик из бочки из-под виски. Почему мебель из бочек привлекает? Наверное, привлекает по той же причине, что любая винтажная вещь. Своей аурой. Второй привлекательный момент – это осознание того, что мы старой бочке даем вторую жизнь. Так она валялась бы где-нибудь в сарае, либо горела в чьем-то камине. А мы ее спасли, сделали из нее подсвечник, столик или ленивую Сьюзан, и она еще может поработать во благо своего хозяина. Бочка – это не просто емкость для хранения, она имеет очень гармоничную форму, как будто созданную природой. Философ сказал бы, что ее округлая форма напоминает нам о силе земного притяжения, а плоские поверхности внизу и вверху говорят нам, что есть земная твердь и небесная твердь, и что человек живет меж небом и землей. Деревянная бочка – это нечто родное, человеческое, потому и мебель из бочек – это нечто домашне привлекательное. Круглые, как мамины блины, и теплые, как деревенская печка. Кому и где продавать изделия из бочек? Сделайте сначала что-нибудь для себя, покажите друзьям. Заведите группу в социальной сети, где вы будете выкладывать свои поделки. Арендуйте уголок в магазине подарков, мебельном магазине. Предложите свои изделия кафе, ресторану, буфету при бане. Те, кто ходит в баню, могут этот товар достойно оценить. На каждую поделку проставляйте свой клеймо с адресом и телефоном, чтобы любой, кто этот товар оценит, смог с вами связаться и заказать такую же вещь. Можете продавать такую мебель на Etsy.com. Я посмотрела, большинство успешных продавцов продают свои изделия только по территории США, так что явно не весь мир ими охвачен. Для многих приятным фактом будет то, что такие изделия не надо патентовать, сделал красиво и продавай больше всех.